Сегодня выходной день, и сегодня с вами совсем не хочу говорить о политике. Да ну бы ее. Давайте мы с вами окунемся в прошлое. Сегодня славный город Ротенбург отмечает День города. Он празднует то время, когда когда-то был шведским городом. Давайте мы с вами просто погуляем по этому славному городу. Ей-богу, это не Голливуд. Это просто День города. Все, что мы с вами сейчас видим, это не постановочное видео. Три дня в году жители этого славного городка вспоминают свои шведские корни. Да-да, и такие тоже были в этой истории. И они просто гуляют, едят, пьют пиво. Разумеется, пьют пиво. Они переоделись в свои одежды, которые хранились у них в сундука. А кто-то их шил специально. И вот каждые три дня в году они отвязываются. Отвязываются от души. Мой прадедушка был Шмидт. Мой дедушка был Шмидт. Моя мама Шмидт. Так вот, не пугайтесь. Шмидт – это профессия. Это кузнец. И мне самому интересно посмотреть, что делали мои предки.
Давайте мы с вами немножко пошарахаемся по этому славному городу, без всякой цели. Выходные. Просто посмотрим, как люди жили 300-400 лет назад. Только посмотрите, куда мы попали. Вы только посмотрите, где мы. Это Ротенбург. Ров, городские стены. Все работает. Такой славный, такой древний, средневековый город. Он мало изменился. Хотя, конечно, и в жизни этого города были большие события. Дело в том, что во время войны американцы, американские летчики, они не разобрались, что там было под ними, и разбомбили этот город. Не полностью, но город пострадал сильно. И после войны многие американцы попали в этот городишко и обалдели, когда увидели, что они сделали. И вот мы с вами гуляем по городской стене и видим кругом вот такие таблички. Дело в том, что американские летчики начали жертвовать деньги на восстановление этого города. Тут можно почитать просто имена, а кое-где стоят и суммы, которые эти пилоты пожертвовали из своей зарплаты, из своих денег. Это был, пожалуй, единственный случай, когда американцы за свои деньги решили восстановить город. Такая история. Но мы сегодня больше не будем о грустном, я же обещал. Давайте просто еще побродим по этому городу. Давайте окунемся в ту атмосферу, которую передать очень тяжело с помощью камеры или микрофона. Конечно, ее лучше увидеть. Рыночная площадь. Сердце города. Да, и кстати, вам никто не запрещает поддержать мои видео лайками или комментариями. Это даже поощряется. Да-да. Thank you.